выбору места, все-таки площадку мы выбирали не только исходя из того, насколько из экологических соображений, потому что на берегу Свияги тоже там и воздух прекрасен, и очень живописное место. Все-таки здесь один из таких определяющих факторов было и желание участвовать в продвижении наших памятников культурного наследия, которые есть, и учитывая, что большое количество будет молодежи и из других регионов, конечно, это вот фактически объединение, потому что это общая задача сделать так, чтобы Республика Татарстан стала центром притяжения, и молодежь, чтобы увидела фактически то, каким историческим, культурным наследием воочию увидела, обладает наша республика. Ну и, безусловно, с точки зрения инфраструктуры, то есть инфраструктура уже имеется достаточно выстроенная, хорошая в Болгаре, в Волжском музее и заповеднике. Вот, и мы, конечно, убеждены, что правильно максимально эту инфраструктуру использовать. И палаточный городок, который там есть, и сценический комплекс, который имеется. Поэтому это тоже сыграло, конечно, не последнюю роль.